Более 25 килограммов корней дикорастущего женьшеня стоимостью свыше 38 миллионов рублей задержали сотрудники Дальневосточной оперативной таможни. Тайники с редким растением злоумышленники организовали в лесополосе, недалеко от российско-китайской границы. Правоохранителям стало известно о готовящемся преступлении и местах, где планировалось незаконное перемещение товаров через границу. Ночью сотрудники таможни и пограничной службы устроили засаду преступникам и задержали граждан Китая с поличным при попытке забрать из тайников сумки с ценным товаром. В общей сложности обнаружено около 2000 корней женьшеня. При опросе злоумышленники сказали, что знают о запрете свободного перемещения растения через границу и поэтому попытались переместить товар, минуя таможенный контроль. Экспертиза установила, что изъятые корни – женьшень настоящей дикорастущей формы. Данное растение внесено в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Приморского края, а также попадает под действие конвенции СИТЭС. По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 «Приготовление и покушение на преступление» и части 2 статьи 226 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда стратегически важных ресурсов флоры и фауны». Трое граждан Китая задержаны и находятся под стражей.